человеку нужен крепкий чай, а не меха, какие подороже. И просто слышать, как же я скучал, и улыбаться. Я скучала тоже. А человеку нужен дом и сад, и два окна, и маленькие двери, и просто слышать, как тебе я рад, и отвечать, ах, как тебе я верю. Нужна заря и в окна тихий стук, и верный пес, который скрасит вечер, и просто слышать, что с тобой, друг, и отвечать, хочу расправить плечи, чтоб наши чувства не свели к нулю, и кто далек, стал ближе и роднее, и просто слышать. Я спросил сегодня у Менялы, что дает за полтумана по рублю. Как сказать мне для прекрасной Лалы по-персидски нежное «люблю». Я спросил сегодня у Менялы, легче ветра, тише ванских струй, как назвать мне для прекрасной Лалы слово ласковое «поцелуй». И еще спросил я у Менялы, в сердце робость глубже затая, как сказать мне для прекрасной Лалы, как сказать ей, что она моя? И ответил мне Меняла кратко. О любви в словах не говорят, о любви вздыхают лишь украдкой, да глаза, как яхонты, горят. Поцелуй названия не имеет, поцелуй не надпись на гробах. Алой розой поцелуй веет, лепестками тая на губах. От любви не требуют поруки, с нею знают радость и беду. Ты моя, сказать лишь могут руки, что срывали черную чедру.